Друзья, всем доброго дня. Это еще один очередной четвертый обзор на проект Impala Coin. И давайте разберемся, в чем же уникальность данного проекта. То есть, какие у них есть ключевые фишки и особенности. Ну что ж, начнем с того, что Impala Coin — это глобальная система обработки платежей и обмена сообщениями. Это первое. Второе, то, что у них есть высокая масштабируемость всех типов платежей. Также третье, это непревзойденная надежность и доступность. То есть это тоже очень важно, особенно когда мы говорим про криптопроект. Важно, чтобы им было легко и удобно пользоваться. Следующее, это то, что он обеспечивает решение из одного источника для внутренней и международной переработки. Тоже я считаю это большим плюсом. Также еще одна очередная особенность, то, что это единый универсальный мультивалютный кошелек, построенный на рельсах ECM-хаба. То есть тоже хорошо, когда вы можете с помощью одного кошелька хранить разные валюты, что вы можете им пользоваться везде и всегда, и, соответственно, тоже не будет никаких проблем с различными переводами. А следующее – это оперативная совместимость между мобильными банками и ЭМТ в течение дня. Тоже это, конечно же, очень и очень хорошо. Следующее – то, что Африка Трейд, соответственно, устраняет дорогостоящие юридические и банковские сборы, которые, безусловно, надоели уже всем жителям, в общем-то, любой страны, и в том числе странам Африки. Это, конечно же, тоже важно. Следующее – это то, что умные контракты между компаниями в Китае и внутри Африки существуют, то есть смарт-контракты, за ними, безусловно, будущее, и данный проект их применяет. Также еще будет поддержка крупномасштабной обработки критических и важных платежей, соответственно, и также коммутации сообщений. Все это обеспечивает эффективную обработку в легко настраиваемом рабочем процессе. То есть вот такие вот основные, в общем-то, статистические особенности. И давайте разберем ключевые показатели успеха ICM. Я думаю, что это очень важно для тех, кто детально заинтересовался данным проектом и кто, в принципе, в общем-то, раздумывает над тем, инвестировать в него или нет. Так вот, важно понимать, что ECM использует преимущества блокчейна, включая децентрализацию, естественно, также автономность, прозрачность, защиту от несанкционированного доступа, в том числе для, конечно же, обеспечения безопасности системы. То есть у них есть, естественно, мобильный кошелек, у них есть карточка, также у них есть доступ, соответственно, ко всему, и вот такие вот основные фишки я бы, конечно же, отметил у данного проекта. Ну что ж, на этом мы заканчиваем говорить про ключевые показатели данного проекта, и далее у нас еще осталось одно видео, где мы поговорим про команду и про токен сейл данного проекта, но дождитесь, совсем скоро оно выйдет. Я же пока с вами прощаюсь, тогда спасибо за то, что посмотрели этот обзор, и до новых встреч.